spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная модификация серии мультипликаторных катушек REVO STX от шведской компании Abu-Garcia. В линейку вошли 4 модели весом 220 граммов каждая. Передаточное число составляет 6,7 или 8,1 к 1. Предусмотрено лево и право рукоисполнение. Давайте поближе рассмотрим катушку с индексом REVO 5STX LPL. Перед нами современный низкопрофильный мультипликатор, выполненный в серебристо-черном цвете с красными элементами. Чтобы снизить массу катушки и защитить основные части от коррозии, при изготовлении асимметричного корпуса и крышек используется алюминиевый сплав X2 Craftic. Внутри расположен надежный механизм DuraGear Gen 2. Еще отметим наличие 10 подшипников из нержавеющей стали и одного роликового. Система лесоукладчика с бесконечным винтом является отключаемой и во время заброса остается статичной. Для разблокировки шпули нажмите на клавишу, расположенную в задней части. Теперь она свободно вращается и позволяет произвести заброс. После проворачивания ручки механизм возвращается в режим намотки. Эргономичная алюминиевая рукоять имеет изогнутый профиль и оснащается двумя плоскими прорезиненными кнопками. За один оборот выбирается 74 или 89 см шнура. Также предусмотрена система антиреверса. Далее находится звездочка регулировки фрикционного тормоза PowerStack Carbon Matrix, способного выдерживать максимальные нагрузки до 11,2 кг. И что очень удобно, фрикцион оснащен специальной системой, создающей щелчки при его использовании. Более того, находящийся рядом регулятор осевого тормоза имеет также микроклик. Это позволяет произвести более точную настройку данных узлов. На противоположной крышке расположен переключатель центробежного тормоза IVC-B6. С его помощью можно настроить катушку под ваши условия ловли, увеличить дальность полета приманки, свести к минимуму количество перебежек. Боковая крышка имеет оригинальный механизм. Чтобы добраться до шпули, нам необходимо перевести рычажок фиксатора в положение Open. Крышка держится на специальном штоке и вращается на 360 градусов. Катушка комплектуется металлической перфорированной шпулей массой 19 граммов. Лесоемкость также одинакова и составляет 120 метров лески толщиной 0,32 мм. Кстати, с торца мы видим 6 подвижных грузиков, входящих в тормозную систему. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.